креме уже рисуешь, твое полотно, да, твое. Угу. То же самое. Поднимаешь кофейный крем вверх, поднимаешь, опустил. Розетта. Получил обычный стандартный рисунок, искаженный, неровный, некрасивый, на самом деле, и этот, и этот. Я поставил бы единицу за это. Ну, начнем с этого. Научимся хоть так рисовать. Так будет, наверное, предел. Но мне надо понять, как оно откуда идет. Откуда? Ты можешь просто взять сейчас вот это молоко, да, и представить себе чашку. Взял чашку в руку. Классно. Взял чашку в руку.